Вернемся к нашему электролизеру. Я обещал рассказать секрет. А секрет заключается, как я вначале показал, вот в этой... Всем привет! Вы на канале Андрея Тирхи. Сегодня я расскажу очень интересный эксперимент, который был проведен в Болгарии. Один изобретатель, он показал, как можно экономить на выделении газа гидроксия. У него коэффициент эффективности получался 1,2, другими словами, больше единицы. Слушаем внимательно, что здесь рассказывается. Уникальнейшее видео. Это, кстати, для тех, кто хочет получить сверхъединицу с распада воды на кислород и водород. Ну, то есть он говорит 1,2 коэффициент. 3,5. Корейцы предлагают вот такой вот стандартный электролизер. Я так понимаю, это не корейцы, а китайцы. 300 ватт. Стандартный плексиглаз, это оргстекло, с которого он сделал. Трубку он приварил. Кстати, по поводу этой трубки я отдельно расскажу. Это и есть его секрет, почему у него коэффициент эффективности получился 1,2. Слушай внимательно и сосредоточьтесь. Я сейчас очень интересно расскажу. Это мне, кстати, сделал подсказку один человек из Одессы, так сказать, мой земляк. Сейчас я расскажу секрет. Ну, то есть расширительный бачок здесь стоит для того, чтобы предотвратить гидроудар. Он рассказывает о, ну, технические детали, 6 литров выделяет. Нет, этот удар, на линии, затем... датчик температуры. Температура, которую можно направить при давлении температуры, да исключишь клетку. Значит, тая клетка реально може да работи на параметри до към 150-60 градуса без никакви проблеми, наляга. Но... То есть вырабатывает 5-6 литров газа без всяких проблем. Клапан защитный клапан, который... Пуска на 2 атмосферы. На 2 атмосферы. Да, говоря, около 115 градусов. Да. И да. Термодатчик, который срабатывает на 15 градусов. Линия за 2 экспериментална клетка за бан, за да мога работи с вакуум, да мога работи с температура, да се охлаждат, ако искат да се нагряжат. Да. То есть защита от давления, защита от перегрева температуры, ну, как бы все понятно, стандартно. Значит, точно натисни старта. Ага, то есть он был настроил секундомер, и сейчас кое-что он там продемонстрирует. За какое время? За какое время они выработают литр газа? Эта клетка 12,2. 12,2 вольта. Другое напряжение 12,92. Значит, средното... 12,2 вольта и ток. Значи тока е 46,2 46 ампер тока. Вот, видно, 46,2 ампера. 6 ампера и 2,1. Така, умножаваме го по 12,1 волта, защото... 12,1 умножаваме на 46. На 12, 46 подведено, така. И получаваме мощност 559 ватт мощность потребляемого вот этого электролизера. И сейчас он кое-что покажет. Очень важно. Смотрите внимательно. Просто офигеете, откуда. Я потом в конце скажу. Ну, немножко подробно остановимся. Его секрет я просто знаю. Так, сам звонит из чака. Так, дай краченцу. И так. Так, твоя връзка за что... Ну, да, понятно, да? То есть он вообще здесь что делает? Вот этот вот электролизер работает постоянно. Вот эта вот трубка, она идет... в котел газовый, и он как бы экономит топливо, ну, дает дополнительное сгорание в камере в котле, он просто подает газ Брауна, и таким образом он экономит на отоплении. Смотрим. Вы просто сейчас офигеете, на самом деле газа вырабатывается просто очень и очень много. И просто из-за этой элементарной трубочки. Сейчас я расскажу, что она дает. Взрыв апартамента.
Два бубра, что ж тебя пули. Но там говорит, чтобы не взорвалась комната. Сейчас, не важно. Как скажешь? Алику. Алику. Само натискаешь, ты не что ну, понятно, да? Нажмешь на кнопочку, запустишь секундомер. Само натискаешь старт, когда движешь баллон, что так, когда движешь, можно доездить. Така, значит, мерка-то 1 литр, только 2 литра. То есть, ну да, услышали, да? 2 литра бутылка у него, сейчас он переворачивает эту бутылку, что, смотрите, внимание. Така, ты нечто его потапим во воду, няма никакого. Раз, воздуха, вода не вытекает, то есть, это мерка, сколько газа выделяется за определенный промежуток времени. Сейчас я все это подробно расскажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сучка-то, ты нечто во момента, ты готов? Смотрите. Видишь, баланс что вытре, натискай старт. Все, он нажал секундомер. Так, это. Так, это не что, зато можно направить смерть, да? А че его, видишь себя? И первая мерка, на сколько не со секунды, я сейчас еще отправлю щенцету. Гледай сега, къде на втора мерка штрак и получаваме сега, вижте сега каква е случката. Блин, тут я не понял, что он сказал. Неважно, сколько-то там, по-моему, 13 секунд сейчас. За тука направихме сметката. Така, 3600 секунд. Ага, 36 секунд. Това трябва да го разделим на 28 секунди и 12. Делим на 28 и 12. Така, получаем. Получаем, но това е, нали, за бутылка. Умножаем по 2, защото са 2 литра. Получаем. Ну, то есть бутылку он наполнил за 256 кубик. Мощностей, я знаю, 559 ватт. Это мощность, которую он сейчас делит, 550 ватт. Отряда разделим на 3 и получаем. 2... Делим на 3. 18 ватта за 1 литр. То есть 2,18 ватта потратила на 1 литр газа Брауна. То есть, чтобы вы понимали, на добычу 1 литра газа тратится минимум 40-50, а то и 100 ватт. Он потратил 2 ватта на добычу 1 литра. Это просто это невероятно. На самом деле это просто охрененно. Литр. Они в шоке, они даже это по тону можно, те, кто там снимают это видео, они просто в шоке, что такого типа не может быть. Смотрите. Памятта имаме 559 ватта, делим на то и получаем коэффициент 2,02. Коэффициент 2,02, то есть больше единицы. Охренеть на самом деле, охренеть. Това са 2,02 ватта за 1 литр газ на минута. Ссылочку на оригинал видео я поставлю, вы посмотрите это видео в оригинале, кто знает болгарский. Вернемся к нашему электролизеру. Я обещал рассказать секрет. А секрет заключается, как я вначале показал, вот в этой трубочке. Что же это за трубочка? Вот здесь это расширительный бачок. Выделяется здесь газ. Газ. Расширительный бачок — это гидрозатвор, чтобы не было взрыва. Тот, кто понимает, что это такое, он поймет, о чем я говорю. Здесь также идет стравливающий клапан в две атмосферы, я это уже говорил. А вот эта трубочка — это дополнительное его новшество. И вот эта вот штука. Так вот, чтобы вы понимали, что эта вещь делает. Эта вещь делает там дополнительное давление. В самом электролизере создается дополнительное давление. Эту вещь мне подсказал Сергей из Одессы. Я пока не буду говорить, кто он и что. Он сказал, говорит, что сам Стэнли Мейер, он создавал определенное давление в электролизере. Если в электролизере открытого образца, то есть то, что мы видим, то, что я делал постоянно открытого образца, не имея определенного давления, газ гидрокси вырабатывается очень плохо. Здесь, конечно, не такой системы, как у Стэнли Мейера. У Стэнли Мейера там вообще было супер-пупер. Вырабатывалось 12 вольт, он использовал всего лишь там полватта. Расход был.
Здесь, конечно, большая, но тем не менее, благодаря тому, что обратки, он это все сделал и добился, что у него уже коэффициент 1,2, то есть больше единицы. Ну, вот и весь секрет на самом деле. Это для тех, кто хочет максимально добиться. И плюс, если добавлять в воду соду, то есть хлорид натрия, и еще кое-какие элементы, то получится очень большая экономия. Ну, такое вот видео на сегодня. Всем всего хорошего, счастья, удачи, процветания. Напишите свое мнение, все, что мы по этому поводу думаем. До свидания всем.